Вопрос про лашон ара. Очень сложно выполнять эти правила. С чего начать для начала? Я думаю, что действительно это тоже путь длиной в жизнь. Талмуд говорит, что каждый человек ежедневно грешит лашон ара. Ежедневно грешит осуждение других сплетнями какими-то и так далее. Постепенный путь – просто начать следить за своим языком. Может быть, отмечать вечером. Вот это я сказала, вот это я сделала, и так далее, и так далее, и так далее. Просто начать, как сказать, следить за своим языком, говорят, да, вот начать следить хотя бы сначала, да, даже заметить, вот здесь, раз, фальшь какая-то сработала. Это очень сложный процесс, да, то есть думать, зачем я это сказала, почему я это сказала, что я чувствовала внутри, какое физическое ощущение было, когда я это говорил. Это такой путь долгий, ну, конкретного рецепта нету, но этому можно научиться.